ранее в Хардлайн. Полиция! Руки вверх! Не нахрен! Ты что, не проверил дверь? Эй, я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить давай, комнату. Давай, давай! Ты делаешь только хуже! Его надо взять. У тебя есть право хранить молчание. В результате напряженного полицейского рейда на гостиницу «Овертаун» пятеро подозреваемых погибли, и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр? Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Между прочим, я следил за Стоддартом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Так что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что ты обожаешь. У вашей машины грязное окно. Давайте я помою его. Не брызгай на стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. Знаю. Просто вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Ладно. Хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Округ Оридж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Что это? Наверное, конфискация наркотиков. Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. Отлично, детектив. Ну что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его
Лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это... Черт! Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка, не подходит. Ладно, хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Это 13-й. Мы выходим из машины. Город отсек, бедный район, поэтому отсюда только один выход. Это только раздражает людей. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Ты это, конечно. Я знаю, что найду там. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Но нет у меня пакета. Нет горячего. Ходи уже и сиди хоть час, если хочешь. Давай. Смотри, ходи, вон Брикс. Давай. Свидание, что? Осторожнее, Мендоза. Давай. Он непредсказуем. Чувак, ты сиди, ты куда-то торопишься. Пойдешь видим? Первым. Он меня я знает. Я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? О чем я? Вы даже не понимаете, о чем я говорю. Ни один из вас. В общем, я предсказываю две вещи. Не хочу грузить вас. Никого. Эй, а ну вернись! Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Тэп? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. Говори, где Тэп? И мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Да он зависает сегодня. Это все, что я хотела услышать. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет. Но я уверена, что он пытался убить одного из наших. И прилетел в прошлом году. К черту его. Давай, Тэп в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Вот черт, там люди Тэпа. Они не должны догадаться, что мы идем за мной.
за мной. Давай сюда. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли. Так-так. Хай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стоддарт, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стоддарт, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Помни, это территория Тепа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Строю я все. Ага, строишь. Ну и что ты скажешь на то, что я выигрываю? Ты знаешь, что у меня? Да ни хрена ты не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играй. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Давай полтос сделаем. Повторить не хочешь? А, ладно, вот так-то. Давай, Серег. Черт, он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Супер. Что там опять? Дэрил? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь разделить их? Ладно, я разберусь. Какая еще игра? Таких никто никогда не станет прессовать. Да я говорю, это херня все. Заткнись ты хоть на секунду, дай послушай. Слышишь? Привет, Тэп. Не надо бежать, все равно догоню. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель! Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы копы еще пожалеете! Ага, а то как же. Тэп. Я в шоке, чувак. А у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Thank you.
Эй, наушник подходит? Да, подходит. А провод? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд, и это не стукачество. Зайди внутрь, проверь, там ли Тайсон, и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Ник, просканируй и найди Тэпа. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Дурак Тэп дачится. Поверь его. Слово техники. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не налажал. Знаешь его. Видимо, он Тайсон. Тайсону пора завязывать возиться с ушлепком. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам, подсобите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Да, да. Пусть идет. Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Знаешь, о чем я подумаю, чувак? Ретерс, эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. Надо пользоваться моментом. Понимаешь? У нас такая возможность. Надо расширяться. Понимаешь? Но расширять владение. Нас сейчас никто не остановит. Чуже накаляется тут обстановка. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Красавец, давай, давай, хватай мяч, чувак! Это было круто! Да ладно, что за херня вообще, блин, а? Слов нет просто, блин. Просто... Тайсон, да. Ну, у тебя 5 минут. Все, что нужно. Тэп! Что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Интересно. Нам нужно доказательство, что он был здесь. Черт, Тайсона не видно. Я отдал тебе отзыв. Может, он собирается уходить? Я просто делаю то, что делаю. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Черт. Ого, ну-ка стой. Это кто еще такие? Без понятия. Что задумала? Сканируй всех, кого только сможешь. Вот черт. О, черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Сообщается о перестрелке на 3-й и 33-й улицах. Всем внимание. Быстрее. Кто эти ушли? Я тебя прикрою, арестовывай их. Я слышал, нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Думаешь, Нельс притащит подонков из Хуареса? Может, из Атланты? Но не южнее границы. Но те не похожи на его людей. Просто ты до этого ни разу не видел бандюка из Атланты. Скажи им стоять на месте. Замри! Что это за чуваки там стреляют? Не знаю. Наверное, такие же психи, которые обстреливают каждый под... Чёртовы копы! Хай! Прикрываю. Давай в наручники того парня с ордерами. Наш клиент. Руки вверх! Отлично, Мендоза. КП, отправляйте машину.
Ты говорил, что собирался на таблетки сесть. Они не действуют. Не хочешь узнать, почему? Хотелось бы. Да? Ладно. Ладно, расскажу тебе. Один долбанный наркоторговец киданул другого. И теперь оба платят таким, как мы. Каждый из них хочет, чтобы другой сдох первым. Вот почему. Ясно? Нет, потому что теперь я об этом взломал. А ты как хотел? Руки вверх! Вот оно! А это чувак! Погнали! Не трать патроны! Берегись! Туда! Туда! Он где-то здесь! Здесь! Готово! Давай наверх! Тайсон где-то рядом. Не двигайся! Стоять! Руки не опускать! Ну ладно, козел! Вот, видите это? Не двигайся! Блин! В вестибюле чисто. Проверь кабинеты. Понял. Что-то на Тайсона. Хорошее начало. Молодец. Помни, если эта штука жужжит, улики где-то рядом. Ник, проверь, что тут? Нашла Тайсона. Какого хрена? Хай, смотри. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт. Мы можем подключиться снова? Вот дерьмо. Вы копы привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт! Опять ты! Эй, твой приятель Деп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо! Слушай, это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми. КП, это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Так, мы знаем, что делал Тайсон, но понятия не имеем, где он. Наверх! Ищите ушлепка! Черт! Мендоза, надо выбираться отсюда! Да. Thank you.
Кто-нибудь видел твоих копов? Черт, нельзя, чтобы полиция сюда совалась. Эй, нам лучше двигать, пока другие не пришли. Стоять! Хороший вопрос. Может, самому надо убирать после работы? Тогда надо обговаривать доплату. Какую одежду не наденешь, любая при... Какого черта? Что? Стоять! Ты арестован! Нужно осмотреться. Это 13-й. У нас полно вооруженных подозреваемых. Яша, 13-й. Осторожней там. Код 3. Сообщают о перестрелке. Шевелись! Детектив Дао, данные с того IP получены. Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. Шестьдесят пятый, уходите отсюда. Мы же не хотим, чтобы вы были образ... Дал звонок к обеду. Понял вас. Давай с ноги, Мендоза. Ты знаешь, что на это нужен ордер? Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Черт! Вот черт! Меня ранило! Ну как ты? Вот блин. О боже! Так, я зажму рану, ладно? Я знаю. Держись. Мы не за тобой пришли, Хо! Я тебя не брошу. Иди нахрен. Сядь, Тайсона! Давай, вперед! Кай! Кай! Кай, смотри на меня! Кай, я тут! Лучше я на воде! Тогда займись ими, ладно? Вот чёрт! Кай! Кай! Да блин! Кай, держись! Справиться! Атакуйте с двух сторон! Лежать! Лежать, сказал! Эй, мы копы! Мы копы! Она ранена! Похоже, в артерию. Повезло тебе, что кровью не истекла. Руки вверх! Быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да... Он просто с бумажками сидит.
Далее, в Hardline. Что я все принес на тарелочке, а ты все запорол? У нас будут проблемы? Что за херня?